Прямо сейчас на Суперстар Джудо, один из величайших дзюдоистов всех времен, трехкратный чемпион мира из Японии, весовой категории до 66 килограммов, Масаси Ибинума. Его первый прием в серии 7 – это оучигари. Ибинума уникально выполнял броски, разнообразие техник, с помощью которых он получал оценку Япон. Вот что его отличало от других дзюдоистов. В каждом из трех мировых финалов он использовал разные броски для завершения поединка, одним из которых был оучигари. Оучигари – один из его любимых приемов, которым выполнял на протяжении всей его соревновательной карьеры. Его стандартный оучигари – это вариант с захватом рукава и отворота и атакой соперника по диагонали. Но у него есть несколько различных вариаций, включая его впечатляющий оучигари в классическом исполнении и восхитительный вариант с захватом двух отворотов. Оучигари – это прием, который он использовал в финале чемпионата мира 2013 года в Рио-де-Жанейро, в котором он травмировал свою руку в двух местах. Эбинума – настоящий мастер оучигари.